этом. Овца-бык. Этот бык в самом расцвете сил. Он главный защитник стада и отец всех телят. К этому статусу стремится почти любой самец. А это значит, что в брачный период кто-то бросит ему вызов. А вот и соперник. Роя землю, он дает пришельцу сигнал не приближаться. Но тот игнорирует его. Теперь ему придется защищать свою корону. Претендент идет в атаку. Взрослый самец весит почти полтонны. Эти жестокие стычки обычно не длятся долго, но не в этот раз. Соперники непримиримы, зрители переживают. Ему пригодится опыт всех предыдущих сражений. Но он начинает сдавать позиции. Получает удар в бок. Если он проиграет, то потеряет всех самок. Последним рывком он прогоняет противника обратно на холмы. Бой окончен. Старый бык успешно отстоял свои права главы семейства. А проигравший проведет весь следующий год в одиночестве.